23 февраля в адрес сильнейшей половины человечества прозвучат самые теплые слова. В нашей постоянной рубрике «Свободный микрофон» либерчане поздравили самых дорогих и близких защитников Отечества. Хочу поздравить всех мужчин, даже молодых ребят, которые служат сейчас в армии, здоровья, счастья, благополучия, всех благ. Всего доброго, здоровья им, чтобы не было войны, чтобы растили детишек на счастье. Я поздравляю своего мужа Семина Александра Ивановича, зятя Карева Евгения Петровича. Желаю всего самого хорошего. Я поздравляю всех мужчин нашей страны, вообще планеты. Вот. Ну, а также поздравляю своего молодого человека с праздником, чтобы он был настоящим защитником нашей страны. Ну, настоящего мужского характера и красивых поступков ожидают женщины от них. Поздравляю всех мужчин, желаю счастья, конечно, чтобы они нас оберегали побольше, здоровья и везения по жизни.